Дорогие друзья, мы снова с вами, Nero TV. С нами Стани Льотов, из организаторов, один из главных организаторов Болгарии. Станя, как все происходит теперь? Команды приедут, да? Да, еще большая часть команд уже пришли. Через несколько часов придут и остальные. В чемпионате мира будут участвовать 15 команд. Вы знаете, это бывших советских республик, скандинавские страны, Болгария, Монголия и США. Сейчас мы находимся на арене для неофициальной тренировки. Возле нас монгольская команда. Сегодня были здесь 7-8 команд тренировали. Я думаю, что рыбы были у всех. Обычно здесь ловится окунь и плотва. Есть малые, есть большие. Кто может ловить малые, кто может ловить большие. Рыба мало капризная. Обычно здесь на зимние блесна рыбалка очень трудная. И надо ловить на мормышку с мотылем, чтобы поймать достаточное количество рыб. Про организации. Завтра будет турнир Nero Cup. А потом начинаются три дня тренировки. И в субботу и неделя будет большая битка для титула чемпиона мира. Какая у нас погода будет, вы думаете? Сейчас минус 2, минус 3, минус 4 градуса. Я надеюсь, что погода остается так. Для нас будет полный кошмар, если снег был много, потому что здесь один видно, курс, что который... Это сейчас да, уже очень тут трудно ходить. Да. Лед 30 сантиметров, но над льда есть мокрый снег и очень трудно ходить. Но это наш спорт. Нужны не только рыбачки умения, но и физическая подготовка. Может быть, надо идти на фитнесом. Спасибо, Станя. И удачи вам. До свидания, удачи вашей команде.